горит 60 ватт лампа, накаливание 220 вольт. Вот этот конец, тут вот минус, идет он. Он идет на минус. В общем, тут не видно. Потребление 36 вольт и почти 2 ампера было в начале, вроде 2, а потом стало, вот транзистор подогрелся, видимо, немножко упал, ток упал, он очень горячий уж. Транзистор этот 2C5200. Такой большой радиатор, он весь горячий. Почти 70 ватт потребления. Вот этот на минусе сидит провод. Я им подгоняю резонанс. Вот так я приближаю, и он подгонялся. Но теперь он в резонансе, и как бы он ничего не меняет. Плюс этот близко стоит, вот этот минус с этим минусом. Соединяется как бы полями, поэтому там уже подношение еще какой-то земли особо там не влияет. А если бы подальше это двинуть, вот это, тогда бы это провод приближая, доближая, подгоняется резонанс лампы. Ярко, то слабо загорается. Я вот тут время подгоняя, приближая, слишком близко приближал, вот обжарил несколько раз провод. Вот этот качер и индуктор, это качер. Я и пробовал и меньшего диаметра делать, и большего, и витки сдвигал, и раздвигал. Ну и зазор то сделал, то больше, то меньше. И, в общем, там особой разницы не увидел. Просто когда зазор между первичкой и вторичкой меньше, тогда просто ниже частота. А все остальное примерно то самое. Я вообще разницы не увидел. Ну и так как зазор больше, тогда и провода меньше становится, тогда больше потребления. Потому что как бы провод сам, виток меньше витков становится. Поэтому, а так особой разницы там нет. И у меня вот я сколько там настраивал по всякому, вот такой КПД примерно мне самую яркость, ну примерно это максимальный КПД в этой установке. То есть лампа горит не на весь накал, я показывал от пика на пика, там было, кажется, 370 вольт, но допустим даже если 400 вольт. Это на самом деле 20 вольт амплитудное напряжение, и где-то будет 150 вольт эффективное напряжение. То есть, значит, лампа горит где-то на 150 вольт. Если вкрутить ее там, она будет намного ярче. То есть лампа горит не на весь накал 60 ватт, где-то тут в лучшем случае 50 ватт, а потребление 70 ампер. То есть в худшем случае 40 ватт. То есть КПД где-то 60%.
даже где-то 30-50% света КПД максимально не удается набить. Я еще позавчера весь день водился, настраивал в памяти. Ладно. Вот, потребление упало. Транзистор нагрелся. Начал, наверное, греть. Вроде бы, когда транзистор нагревается, его сопротивление, наоборот, падает. Лучше начинает ток пропускать, но почему-то наоборот. Когда нагревается, ток падает, потребляет. Может, его частота, когда ухудшается, не успевает нормально подключаться, поэтому может падать потребление. Вот он, как я показывал, частота около мегагерц. Вот он весь горячий на таком большом радиаторе. Ну ладно. Держать нельзя долго руку. Тут полный резонанс, конечно. С этим зазором я тоже раньше на разных подушках пробовал, но ты вот такой вот. Тоже примерно этот хоть зазором. Хоть больше, хоть меньше, там особо тоже ничего не меняется, когда КПД приблизительно одинаково. Приблизительно одинаково. Вот этот показывает 1,85 ампера, а тот показывает 2,5 ампера. Он неправильно показывает. Он еще дорого, я его покупал. Потому что у меня есть еще один мультиметр, который измеряет. Он тоже примерно как этот показывает. Так что давай я этим двум больше доверяю, чем тому. Ну, как многие говорят, что тут начинает глючить приморы там. Вот у меня ничего не глючит, он все четко показывает. Никаких наводок, тут два проводка, один вот синий, это силовой. Вот идет на минус, другой силовой красный на плюс. И другой маленький красный, вот питание на саму эту электронику. Вот я через резистор подключил питание электроники, и другой черненький, тут не видно, тоненький тоже на минус идет. Это тоже питание электроники. Показывает и напряжение, и ток. Тут уже долго горит эта лампа. Вот этим проверили, правильно показывает напряжение. И 6 64 36 64, и вот это я то 36 6, оба то самое показывают. Вот мне самодельный блок питания на транзистор, он через пластмассовый у него этот радиатор. Если прикасаться к таким вещам, то нужно одной рукой прикасаться, да. Даже если тут есть напряжение, она как бы не так опасна быть. А так как тут его корпус изолирован, то радиатор не пьет.
от радиатора слегка тепло. Там он горячий. А плюс еще этот блок на самом деле больше мощность качает, потому что тут уже происходят потери. А этот вот напрямую качает. Он весь горячий. Не знаю, сколько он радуется. Какие 90, не 70. Но дело в том, что он качает на высокой частоте, поэтому большие потери, видимо, на переключении. А тот качает где-то на 60 кГц, на 1 МГц. Хотя он там очень импульсный качает, тоже не очень эффективно, лучше было бы пошире, что качать. Но и того напряжение 600 вольт, он качает на где-то 300-250 вольт, поэтому, а его напряжение 600 вольт. Этого напряжения 200 вольт, он качает 360 вольт, поэтому он очень эффективно качает. То есть там у того стоят снайперы, вот снайперы на цепочку. Интересно, насколько там весь мост нагрелся. Да он вообще там тоже чуть-чуть теплый. Снизводный мост тут три в параллель диода стал. Диодные сборки у него внутри показывают по два диода. Чуть-чуть тепло. Диоды могут немножко теплее, чем вот этот 50. Может примерно так. Примерно так самый теплый, как этот, немножко теплый. Ну, вот этот вот снабер, он там тоже почерневший, резистор снаберный цепочки. Ну, он теперь отстал, видим. Вот он горячий. Он греется сильно при работе. Вот эта снаберная цепочка тоже как бы там идет, стоит, и резистор последовательно, то есть параллельно с конденсатором, такой не греется. Вот эта снаберная цепочка, она между истоком, истоком транзистора, она греется, резистор греется, и она хорошо, значит, защищает. Так что тут такой радиатор не нужен, если до 70 ватт делать, особо не греется. Тут, видимо, греется. Еще уже у него падение напряжения где-то, наверное, один где-то вольт. Вот посмотрю, какое падение напряжения у этого транзистора. Статическое. Амперу 30 мегагерц, не показывает
на base, а base emitter voltage. Вот уже выше где-то 2 вольтов, там нет смысла на базу поднимать. Это 1,4 хватает уж вполне. Коллектор-эмиттер, saturation voltage, типичный 0,4 вольта, максимально 3 вольта, но слишком много 3 вольта. Если 3 вольта и в импульсе, там, допустим, если так он потребляет 2 ампера, так так в импульсе там, допустим, 4 ампера, 4, ну и падение напряжения, допустим, 1 вольт, получается 4 ватта на нем потери. Вроде бы немного, если 3 вольта на нем падение напряжения, то 3 умножить на 4, 12 будет потери на нем. Там вряд ли, обычно где-то, наверное, 1-2 вольта там падение напряжения. Вот поэтому на низких напряжениях полевые транзисторы и лучше, у них меньше потери, они по идее меньше греться будут. Но это 36 уже не такое низкое напряжение. На полевые у меня играют все эти, горят, ну я как правило и на, ну они все сгорают, некоторые может от перегрева, некоторые от перед, ну не знаю, в общем там был радиатор, многие руку подношу и там они сгорают, например. Оригинальные так мне жалко ставить. Для таких вещей я поделки ставлю, которые на AliExpress покупал, они не так дорого стоят. Поэтому не знаю, они или оригинальные, или поделки. Вот эти недавно пришла посылка. Вот это вроде бы как параметрами и оригинальными. А вот спинки у них очень поцарапанные, что говорит, что это поделка. А вот есть у меня другие, такие, тоже это такие самые, только у другого продавца. Эти дешевле намного стоили. Эти 3 с чем-то евро, этот 1,7 евро где-то. Но их параметры по прибору приблизительно одинаковые, вот у этих немножко емкость побольше. Эти еще ни одного не проверял. Вот эти не такие обцарапанные, они, вероятно, и оригинальные, но они тоже почему-то сгорают. Может, что на 75 вольт слишком низкое напряжение, там может выбросы сильно идут или что. Ну, в общем, он когда открывается, он, ну, не знаю, может там какие-то стабилитроны нужно ставить или что-то. Как-то на качере не очень работает. Вот покажу, как работает 600-вольтовый транзистор, его сопротивление 1,2 Ома.
вот название его. СТП-6НК-60. Тут стоит 20, он последовательно со столом они редакторы. На затвор исток. То есть, да, затвор исток. Сейчас. Столограф включим. Синий это на затворе, желтый это на коллекторе. Для запуска нужно вот так резистор черкнуть. Лампа загорелась. На затворе показывает пик-ту-пик 6,4 вольта. Но вот на стоке тут даже не хватает разрешения осциллографа, чтобы он вот 48 мегаэс на секунду 148 тысяч или там миллион, что-то такое, 148 миллионов. Вот тут если растянуть, то тут уже не хватает разрешения, чтобы увидеть. А тут, по-моему, если бы хватало, был бы очень большой выброс. Обратная ДС на первичной катушке. Это и белый. Ну, в общем, так горит он. Потребляет 36 вольт и 1,58 ампера. Он потом горячий становится. Его сопротивление, еще раз повторю, напомню, 1,2 Ома. 1,2 Ома. А вот я теперь попробую поставить подделку. ERF640N. Его сопротивление я мерил по прибору. Того по прибору 1,2 Ома, по этого по прибору 0,5-4 Ома, должно быть 0,15. А тут запятая 0,5-0,4 Ома. Ну, потому что подделка, поэтому не соответствует даташиту. Но он может быть действительно 200. Ой. Резкий. Может быть действительно его напряжение. Вольт, и поэтому тут питание 36 вольт. Тут такого уж большого напряжения не надо. Вот он горячий уже становится, и там его шрупиками разными прикрутил, там из одной стороны, с другой, потом еще на этот радиатор прицепил этот маленький, прижал, чтобы как бы он сильно очень зажат был, чтобы максимально свое тепло передавал на эти радиаторы. Но он вот выдерживает ампер, хоть и сопротивление его и 1,2 Ома, но выдерживает, не перегорает. Я пробовал стабилитроны ставить, там, в общем-то, ерунда. У него внутри стоят встречные стабилитроны уже. Ну, в общем, стабилитроны, они ничего не помогают. Тут как бы 7 вольт, вот она может затвор до 30 вольт. Вот если я руку буду приближать к этому, тогда пик от пика будет расти вот на затвор.
Ну. Это ничего страшного. Ну и стабилитроны, они когда я поставил там вообще тогда от пика до пика там милливольта были там уже. Он бы при милливольтах он бы не открылся, потому что у него срабатывал не 4 вольта затвор. Там что-то там было 200 милливольт, вольт, кажется, или сколько. Вот так не сработало, если бы там было столько. А теперь, ну, в общем, осциллограф неправильно показывает. Когда стабилитроны были. То есть один стабилитрон, а когда встречно два включал, тогда никакой пользы не было. И когда один включал, тогда грелся стабилитрон сильно, и ток был побольше, и лампа поярче горела. Но это потому, что открытие так входит в базу, то есть закрытие этого может... Нет, то есть открытие может войти в базу, а закрытие она идет уже через стабилитроны, а базу нормально закрывать трудно уже. Поэтому он как бы работал по-другому. Ну, в общем, по-моему, тут стабилитроны не нужны. Они тут только все ухудшать будут. Ухудшают они процесс. Ну вот, у этого срабатывания затвора, кажется, 2 около вольта, 2 с чем-то. Так его затвор, может быть, уже пробивается от каких 15 вольт, поэтому для него, может быть, не помешало, особенно для более низковольтных еще. У них чем ниже напряжение, тем ниже напряжение на затворе пробивает его. Поэтому низковольтные сразу там сгорают, очень быстро вылетают. Но у них зато сопротивление получше, поэтому только из-за этой идеи фикс я хотел ставить низковольтные, но они очень сгорают. Поэтому они, видимо, не катят. Тут выбросы, наверное, большие на индукторе, на стоке от индуктора вот этого. Поэтому лучше высоковольтнее поставить. Хотя, по идее, должны работать и низковольтные, просто, может, нужны оригиналы. Ладно, не буду очень переусердствовать. Вообще, можно было бы еще и снабер поставить между стоком и стоком, снаберную цепочку, конденсатор и резистор. Тогда это бы, может, помогло бы, они бы не сгорали. У меня есть две версии, чего сгорают они так моментально иногда. Когда руку, например, подношу, либо напряжение на затворе очень высокое становится, и затвор перегорает, либо выброс ОДС очень сильный становится, и он перегорает. Либо ток очень поднимается, и эти поделки, они сразу сгорают. Ну, хотя ток-то вроде бы не должен подняться, но может как бы сбивается генерация, и поэтому ток поднимается. Хотя вообще я вот специально сделал вот этот резистор, чтоб на затвор не было питания. Он сам включился, и потом, чтобы сам он работал. И тогда уже он не может сгореть, если генерация прекратится. Если генерация прекратится, просто вот эти резисторы закроются. Но раньше у меня тут стоял около 1 килоома, 700 он там 1 килоома, там 200 он ставил. А теперь вот тут 120 он вообще емкость. Так очень... Поэтому, может, теперь уже не так будут гореть эти затворы, но я уже думаю, не буду ставить этих низковольтных, потому что, смотрю, высоковольтные лучше работают, они хоть как бы и потерь на них больше статистических, но зато они этот выброс выбрасывают, и может этот повысоковольтнее, может этот выброс как бы нужен, если... Хочется получить
получить свободную энергию. В этой камере нет паузы. Они как бы потом склеивают с кусочков это видео. Не очень есть желание, поэтому может без паузы. Вот очень много шайбов тут ставлю из этой стороны, из этой стороны, чтобы они очень сильно прижались, и потом они как пружина действовали и очень сильно зажимали этот транзистор. Тут лучше радиатор было бы медный поставить, он лучше тепло переводит. Очень сильно зажал вот этой отверткой, видите, что уже даже покрутить сложно.
теперь вставляется в этот радиатор. Пробую чиркнуть. Киноамперметр тут смотреть. Может, сгорит, может снизить немножко стоит. Ну ладно, не буду ничего снижать. Сгорел. Может, на затворе слишком большое напряжение. Почему он сгорел, я не понял. Наверное, он не включился в генерации. О, на затворе сток 4 Ом сопротивления, значит, горело. Может, слишком большое напряжение на затворе подавал, как бы стартовый где-то 5 вольт, для того нормально, потому что у него срабатывание где-то 4-3 вольта, у этого где-то 2-3 вольта, и поэтому ему нужно было вот этот резистор сопротивления уменьшить, либо вот этим подкрутить, но я думал, что этот слабо, он может не выдержать. Резисторы сопротивления нужно так выставлять, чтобы было около напряжения срабатывания затвора, чтобы он не на полную катушку открывался. А то если он на полную катушку откроется и не сработает генерация, тогда он пойдет через него большой ток. Говорит, по идее, он бы не сгорел бы, нормальный транзистор. Но видим, ну да, он пойдет большой ток. И когда я вот этот затвор отключаю, вот этот резистор, тогда и пойдет очень сильный обратный ADS-выброс. Он, видимо, пробивает тогда транзистор.
напряжение, какое с подключенным этим резистором. Вот на этом делителе напряжения. Вот 4,8 вольт. Он уже при таком напряжении он полностью открывается. Нужно было бы померить и снизить. Но у меня еще таких есть. Я еще, наверное, проверю на несколько. Наверное, снимать не буду уже. Думал, что он нормально заработает. Ну, может, из-за меня. Все-таки я, наверное, склею видео. Вот заменил резистор, теперь 2,7 вольта. Вот поставил тут 75 ом, еще последовательно 330 ом. Ну и вот тут 500 ом стоит. И раньше это 330 было. Теперь он последовательно 750 омами. Им нужно черкнуть по плюсу потом. Можно было бы индуктор немножко сжать, тогда меньше потребляет катер. Но я хочу, чтобы были такие самые условия, чтобы сравнить ток. Вот здесь телеграф пока отключил. То, наверное, вдруг он опять сгорит. Это что, тут питание, провод отцепился. Один от амперметра, ну ладно, потом прикручен тут на двух проводах. Теперь пойдет и на одном. Теперь я чиркнуть должен, и он должен выпуститься. Либо сгореть. Наверное, сгорит. Немножко еще убавлю. Болтается резистор. Он вроде бы дело не меняет. Не запускается, слишком низкое напряжение для него. Но подключу этот резистор. Опять не запускается. Еще. До самого конца накручен. По идее, тут теперь 2,7 вольта должен запуститься.
это и запускается. На 2 и 2 начинает работать. Быстро, может слабо контачить. Болтается. Ну ладно, когда вот это убирали, и на одном это очень быстро надо чиркнуть. Вот сразу сгорел. Он раньше у меня же работал. Но он работал, правда, когда индуктор был сжат, но уже теперь слишком большой ток, и он от слишком большого тока сгорает. А не от того, что тут назад ворс. Низкое напряжение первично. Он тут бы больше ток потреблял, потому что тут на 1 Ом, этот на 0,4, но 1,2 Ома сопротивление, этот 1,2. Ну, поделки они ток большой не держат, у них кристаллик маленький. И или обратно АДС их пробивает, или слишком большой ток, и они сыграют. Хотя, помню, у меня поделки на пуш-пуле вроде бы нормально работает. Там и на 5 ампер на там. Там у них кристаллик малюсенький, может это слишком большого тока просто сгорает. Даже если статический был бы, либо от обратной да сгорает. Я поставил стабилитроны, тут 12 вольт, тут 4,3 вольта встречно, вот включенные, и теперь и поставил транзистор другой на 75 вольт, поделка его срабатывания затвора 33,2 вольта того было, который сгорел 3 вольта RF640. И я уже проверял, он работает, потребляет 2 ампера. И вот и индуктор сперва сжал, потому что думал, что, видимо, тут слишком большое потребление, нужно сжать. И вот как-то сжал. Может, поэтому он заработал так бы, может бы он тоже сгорел. И потребляет 2 с чем-то ампера, вот какая большая разница. Или может это из-за стабилитронов. Вот тот, который на 600 вольт потреблял, там кажется 1 с чем-то ампер или около 1 ампера, это 2 с чем-то уже потребляет. Вот я попробую повтор, ну, не должен сгореть, но вдруг сгорит, потому что я запускал, вроде бы не сгорел. Вот заработал, вот 2,17 ампер потребляет. Лижите руку, это особо не влияет, немножко яркость прибавляет. Так, смотрю, не стабилитроны не греются. А этот греется. Горячий очень, значит. Тут часть энергии, которая должна его закрывать, идет она через этот стабилитрон, то 4,3 вольта проходит минус, то есть и уже начинает проходить через этот стабилитрон. Тут вообще, может быть, стоило 2 по 12 вольт поставить, чтобы хорошо закрывали. Так она там до небес доскакивает напряжение. Но я попробую их отключить и посмотреть, если может поставить на 12 вольт.
Это потребление, вероятно, того, что стабилитроны, когда вот так ставишь, вел я раньше один, но тоже большое потребление вырастало потребление. Потому что как бы минус, который идет и должен закрывать, он идет через стабилитрон, они разряжают затворы, поэтому как бы большее время открыт транзистор получается как бы. Видимо, хотя можно снять с программу, но тут можно посмотреть на стоке заодно, что там делается. Вот на стоке. Вот на затвор. Вон, какая обрезанная осциллограмма получается. Вот на затворе. И на стоке вот как обрезано все. Никаких колебаний нет. Вот пики, до пика 2,6 вольта на затворе показывает, но это ерунда, он тут, видимо, что-то неправильно показывает. Такого не может быть. Когда на затворе положительный, на стоке падает. Ну, примерно так-то на стоке нормально все выглядит. Вот 1,2 МГц. На затворе 1,8 вольт, пика до пика. А на стоке 70 вольт, пика до пика. Ну, что-то бредит тут. 36 вольт, оно, видимо, это выброс какой-то. Вот тут вот три где-то он на самом деле напряжение питания. Как-то странно, в общем. Тут может вот наводы как-то начинает ерунду показывать. Ну, есть. Так, по силограмм вроде все нормально работает. Прячет стабилитрон. Или просто покусается зубы напряжение, кажется, что он горячий, потому что когда вот включаю, смотрю, то ничего не чувствуется, что горячий. У меня стабилитрон. Этот на 100. Свет какой-то слабоватый. Хотя вот это 20 ватт лампа. Вот и она не моргает.
нее там драйвер стоит. Все равно как-то слабо. Наверное, надо пожертвовать стабилитроном, посмотреть, или он действительно там что-то защищает или нет. Теперь отключу стабилитрон и посмотрим, или сгорит, или не сгорит. То есть пожертвовать транзистором, если он сгорит. По идее, не должен сгореть. Потому что... Как-то опыт показывает, эти стабилитроны ничего не помогают. Ну, посмотрим. Вот, горит. Ток 2,39 ампера. Вот и сгорел. Сперва вроде бы и работал, потом сгорел. Но это как-то он начал по-другому работать, может, частота другая стала. Так что, может, стабилитроны тут и нужны. Катчер, вот катчер по проводу идет на эту емкость, от катчера потребления, катчер на 22.05 и 25.00. Тут 120 сом между базой и стопами. Тут питание какое-то идет на базу. Такой КПД 350%. Как он всегда получается, примерно такой. Вот этот на вот этот этой катушки нижний конец идет на, по этому проводу идет на минус, вот этот клемма общая минус, и тут земля вот подцеплена, вот земля на батарею идет вон там, вон. Вот так работает. И тут вот ровно пол, вот верхушка не заземлена. Вот эта верхушка. Вот эта емкость лучше работает, когда она возле середины будет, тогда она полем свою на середину. Если там будет, тогда она там не будет качать. Вот днемкой ровно тут получается. Не абсолютно уж ровно, но очень-очень близко к ровному. Когда по краям пучности напряжения посередине, то есть пучности тока посередине, пучности напряжения. Вот днемка тут горит, горит, горит. И тут ровно потухает. То есть нет такого, чтобы она... Чтоб тут, например, была пучность тока, потом опять пучность напряжения. На вот таких длинных катушках моих где-то были, так там такое получалось. Это достаточно такая низкая, поэтому тут примерно удалось так сделать. Вот еще емкость я прибавил. И вот хоть я ее уберу, вообще током не бьется, вот я убрал,
верхушка. Вот лампа как горела, так и горит. Я вот кладу. Вот как горело, так горит. Ничего не меняется. Потому что тут пучность тока на этом месте. Вот я рукой даже ухватился и держу. И ничего не меняется. Вот так вот подкручивая вот эту пластину относительно одна другой, можно менять емкость, как бы вот так уменьшить емкость и подбирать то, что надо. Вот емкость меньше, лампочка немножко меньше, слабее горит. Я вот подношу руку тут, и она вот прибавляет яркость. Можно не руку подносить, а вот этот провод, который к земле подцеплен, вообще клеммя, вот. Вот там подносите, тоже вот яркость прибавляется. Или к этой вот преподносить то самое вот. И вот. Резонанс, найти оптимальное расстояние. Вот 37 вольт и 9 ампер 0,9. И вот как бы, что я тут руку беру, тут никак не влияет на лампу. И теперь немножко влияет. Но это очень слабо, потому что, видимо, этой пластины нет. Немножко, не совсем немножко. Тут получается и пучность напряжения, где-то тут пучность тока. И получается, ну, как бы можно сказать, что волновой резонанс я дотрагиваюсь, и лампа как горела, так горит. Никакой емкости тут не влияет. Но это потому, что на пучности тока. А если вот на пучности или напряжение поднесу руку, то она влияет уже. Можно не руку, можно вот этот провод подносить. С той стороны. Тут вот наоборот. Тут какая тут вот индуктор, или большой зазор, или маленький, или там стены поросянок, там только не... Это от этого только все зависит, какой тут индуктор, только расстояние, только потребление зависит, больше или меньше потребляет, и частота зависит. Ну, и там может выброса немножко зависит, побольше, поменьше, обратная дес, этот индуктор. Так особо ничего
не меняет. Можно и большой зазор, и маленький, и растянуть, и сжать. Когда сжато, тогда меньше потребления, растянуто больше потребления. Но в основном КПД во всех случаях одинаков. Примерно. Если не мелочиться.